святок. Поздравляю с церковным праздником. Святые, память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь, молите Бога о нас. С вами сегодня Лена Магадан и Колян Платков. И сегодня у нас внеплановый ролик. Мы отмечаем самый главный и самый любимый наш праздник. День любви, семьи и верности Петра и Февронии. Да, записываем мы его в ночь с 8 на 9 июля. Сегодня мы празднуем. Сначала мы праздновали в саду Эрмитаж с нашими друзьями из клуба имени Петра и Февронии при храме Успения в Путинках. После этого мы гуляли по Москве, и вот, наконец-то, вернувшись домой, мы продолжаем в теплой романтической обстановке праздновать праздник День любви, семьи и верности. С Петром и Февронием. А поговорим мы сегодня о чудесах, связанных с Петром и Февронием Муромскими. И вообще о христианских чудесах. Да. Собственно, поводом послужило такое замечательное событие, которое произошло сегодняшней ночью. А именно, что святые Петр и Феврония Муромские... Нам подарили эти цветы. Да, нам подарили три замечательные белые розы. Которые еще и... очень вкусно пахнет. Да. К сожалению, передать запах этих чудесных цветов мы камера не можем. Камера не может, но пока еще не... Но, поверьте на слово, они пахнут. Да. Собственно, чудом христианским называется такое событие, которое не обязательно сделано ангелами, но которое может быть сделано просто людьми, но это событие... маловероятное. Это событие происходит в нужное время и с нужными людьми, да. И имеет некий духовный смысл. Точно. И эти цветы, подаренные нам Петром и Февронием, всем этим критериям соответствуют. Да, это те самые цветы. Да. У нас в этом году 6 лет с момента свадьбы. Да. Многие наши знакомые пары столько времени вместе не прожили, к сожалению. Жаль. Но вот мы этот срок прожили. Буквально 3 дня назад мы записали документальный фильм-лекцию, посвященную Петру и Февронии Муромским, которая называется «Петр и Феврония. Ликбез для православных». И вот сегодня... И сегодня нам были подарены эти цветы. Да, нам чудесным образом попали эти цветы. Лена, расскажи, как они нам попали. Ой, мы как раз шли по Красной площади. По Александровскому саду. Да, точнее. По Александровскому саду мы шли. И там как раз вроде как-то обратили внимание, что прямо в урне оказались... Что прямо в урне лежат... красивые белые розы. И мы даже просто не мы ожидали. Мы очень удивились, да. И решили, что это нам подарок свыше. Да. Потому что просто так цветы в урне обычно не валяются. Да, точно. Тем более такого качества. Да. Мы их достали, думали вдруг с подвохом. Нет, они оказались в абсолютно безупречном состоянии и... Не завязшие, не сломанные, ну, да. И очень пахучие. Да. Решив, что это знак свыше, мы их принесли домой, и они украшают этот наш праздничный стол. С Петром и Февронием? Да. С праздником. С праздником Петра и Февронии. Ну, за цветы, короче. Поскольку мы... популяризаторы науки, как-никак.
Но к чудесам относимся по принципу «не доверяй и не хули», то у нас есть некая гипотеза, как эти цветы оказались на нашем пути. Да, точно. Какие у тебя мысли? Какие у меня мысли? Да. Да, мысли... Может быть, эти цветы... Может быть, где-то могли обрезать розы и... Но, как странно, 3 розы в идеальном состоянии попали в урну. Может быть, наверное, этот вариант не подходит. Тогда есть другая гипотеза, что кто-то, какой-нибудь молодой человек... Ждал девушку. Да, в честь праздника. Да. И она девушка взяла и не пришла. Возможно, другой вариант, что кто-то подарил девушке цветы, а девушка не любит этого человека. Да, и бросила эти цветы. И цветы оказались в урне. Ага. Да. Но в результате эти цветы... Кстати, в одном из кинофильмов времен СССР подобная ситуация показана. Как цветы оказываются в урне. А, удивительно. Да. И именно вот в определенный момент. Вот они туда попали, и вот... Кто-то выбросил свою любовь в урну, а мы ее подняли. Значит, получается, кто-то, сам того не подозревая, свою любовь подарил нам? Нам. Нам. Цветы подарили святые Петр и Феврония. Да. Поскольку слишком много совпадений, то это... Это точно. Мы воспринимаем это так. Да, это мы точно. Мы воспринимаем это как знак свыше. Да. Но не особо сильно доверяем сверхъестественным вещам. Согласна. Но в то же время благодарим Бога, Петра и Февронию, да. Ну и людей, которые нам подбросили цветы. Да, благодарим святых Петра и Февронию за этот скромный подарок, да. Который украшает наш праздничный стол. И всех поздравляем с Днем Любви, Семьи и верности. За чудеса. За чудеса. Чтобы все были счастливы и любимы. А с вами были семьеведы-любители Колян Платков и Лена Магадан. На этом все. До свидания.